Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. Кадровые перестановки в министерском звене правительства Тувы. Должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства займет Евгений Овсянников, до этого возглавлявший администрацию Тандынского района. Как пояснил Шалбан Караул, при выборе кандидатуры он следовал принципам кадровой политики, согласованной с региональным госсоветом. Глава Тувы поручил создать рабочую группу, которая проведет анализ состояния дел в Минстрое, подготовит свои предложения по улучшению его деятельности с учетом необходимости обновления структуры, штата, а также кадрового состава. Также глава республики сообщил, что он освободил от должности министра по делам юстиции Анну Абрамову по ее просьбе. Новым министром назначен 39-летний Аяс Аюн, до этого являвшийся полномочным представителем главы региона и правительства Тувы в судебных органах. Федеральная таможенная служба удовлетворила обращение главы республики Шалбана Караула о наделении тувинской таможни правом принимать декларации на лес, вывозимый за рубеж. Это значит, что экспорт пиломатериала для лесоперерабатывающих предприятий республики станет выгодным. Именно из-за отсутствия у тувинской таможни такого права республика до сих пор не имела возможности зарабатывать на экспорте леса, запасы которого превышают 1 миллиард кубометров. Чтобы оформить его вывоз, экспортеру пришлось бы предъявить весь товар по месту декларации. А ближайшая таможня, наделенная необходимыми полномочиями, располагалась в Хакасии. Поэтому никто в республике даже не пытался заниматься лесным экспортом, а годовой объем региональных лесозаготовок ограничивался потребностями внутреннего рынка и никогда не превышал 6% расчетной лесосеки. Глава Тувы, комментируя решение таможни, подчеркнул, что в данном случае вывозиться должен не лес-кругляк, не сырье, а готовая продукция, сообщается на официальном сайте правительства региона. Миллионный долг по алиментам взыскали судебные приставы Кызылского района. В конце марта 2012 года на исполнение в отдел судебных приставов по Кызылскому и Терехольскому районам Управления судебных приставов республики поступил судебный приказ о взыскании с жителя поселка Кахе алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Согласно документу, удержание алиментов необходимо было произвести с марта 2008 года до достижения совершеннолетнего возраста ребенка. Судебный пристав-исполнитель для определения размера задолженности запросил сведения о размере доходов должника за предыдущий период. На основании собранных документов и справок была определена сумма долга по алиментам – более 1 миллиона рублей. То, что должник накопил столько долгов, выявилось после того, как судебный пристав-исполнитель на основании заявления взыскателя произвела перерасчет. На основании собранных документов и справок выяснилось, что у должника были иные доходы, на которые тоже 25% было обращено взыскание, так сказать. И таким образом, благодаря грамотным действиям судебного пристава-исполнителя, удалось взыскать такую крупную сумму задолженности. В Туве стартовал второй этап межведомственной общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Главным инициатором этой акции является Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД Тувы. К мероприятию также присоединились квалифицированные специалисты разных медико-психолого-социальных учреждений республики, которые оказывают помощь и проводят консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых, представители казачьего общества «Станица Белоцарская», молодежные волонтерские организации, студенты разных учебных заведений – и многих других. Ее цель – это привлечь внимание населения к этой острейшей проблеме, провести разъяснительную работу с гражданами о вреде наркотиков и опасности их распространения, объяснить также гражданам об их праве и возможности сообщить соответствующим органам о лицах, употребляющих или распространяющих наркотики. Как показывает международный и отечественный опыт, самой эффективной мерой по противодействию наркоторговле и распространению наркомании является помощь правоохранительным органам в выявлении и пресечении наркотиков. Преступлений со стороны общественности. В
Туве намерены повысить транспортный налог. Верховному Куралу на рассмотрение передали проект закона об увеличении с 1 января 2018 года ставок транспортного налога. Поправки подготовлены Минфином Республики на основании Налогового кодекса России, разрешающего регионам увеличивать налоговые ставки в пределах 10-кратного размера. То есть законопроектом предлагается повысить ставки налога в республике на 10%. Отмечается, что повышение вызвано отставанием республики по уровню от средних значений Сибири. Так, Тува не меняла налоговых ставок с 2015 года. В результате повышения налоговых ставок дополнительное поступление в дорожный фонд региона от юридических лиц владельцев транспорта увеличится более чем на 2 миллиона рублей, а от физических на 9,5 миллионов. И о курсах валют. Доллар стоит 59 рублей 18 копеек, евро 68 рублей 92 копейки. Валерий Гаркалин, Александр Носик, Ирина Лачина, Павел Белозеров и Ярослав Бойко в комедии «Страсть Аполлона». 21 ноября в Национальном театре. Ноября. Тувинский национальный ансамбль песни и танца «Саяны» приглашает на премьеру музыкально-хореографического спектакля «Журавлиная скала». Билеты в кассе театра. Телефон 211-41. Е капиталын пажин садып паза тудып алырынга ажыгларынга тузаларбыз. Сез 800-700-700-5-10 ичеден и. Валерий Гаркалин, Александр Носик, Ирина Лачина, Павел Белозеров и Ярослав Бойко в комедии «Страсть Аполлона». 21 ноября в Национальном театре. В Туве по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения у детей психоневрологического интерната около 3 миллионов рублей. Прокуратурой Кахемского района установлено, что работники Дырзы Аксенского психоневрологического интерната с детским отделением с 2015 года по 2016 снимали деньги со счетов несовершеннолетних подопечных, открытых в одном из коммерческих банков, на которые поступала пенсия детей. При этом оснований для данных действий сотрудники учреждения не имели. Всего у 13 детей похищено около 3 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество». Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, передает Респрокуратура. Тува встречает побратимов. С 13 по 16 ноября в республику прибыли директора и педагоги московских школ. Цель визита – знакомство со школами-побратимами Барунхемчикского и Байтагинского районов, а также обсуждение мероприятий по реализации проекта «Мост дружбы». С 2016 года по инициативе Рособорнадзора Тува является участником и основным координатором межрегионального интернет-проекта «Мост дружбы». 52 школы из 15 регионов страны и 36 школ Тувы стали единым пространством общения на русском языке через интернет. В этом году проект продолжается и расширяет свои границы. 16 школ Байтагинского и Барунхемчикского районов стали побратимами с 12 школами Москвы. Около 20 тувинских школ – побратимами школ Иркутской области. Уже в августе месяце захотели найти друзей-побратимов нашей республики. Для них были определены 16 школ Барунхемчикского и Байтагинского Кажунов. И сегодня мы можем говорить о том, что в этих школах, 16 школ нашей республики и 12 школ Московской области, уже идет планирование совместных действий, совместных подключений. Знаем, что запланирована совместная работа по патриотическому направлению, по поисково-исследовательскому направлению. Сегодня кызылчане проверили уровень сахара в крови во Всемирный день борьбы с диабетом. Открытие болезни было удостоено Нобелевской премии и спасло жизни многих больных. Сахарный диабет наравне с раком и атеросклерозом является лидером среди заболеваний, приводящих к инвалидности и смерти. В последние годы распространение заболевания стало настолько масштабным, что принимает характер неинфекционной эпидемии.
Отчетливо прослеживается наследственная предрасположенность. Однако реализация этого риска зависит от действия множества факторов, среди которых лидирует ожирение и гиподинамия. Это патология, возникающая в организме в связи с малоподвижным образом жизни. Так, сегодня Центр медпрофилактики провел для горожан День открытых дверей. Каждый желающий смог бесплатно пройти обследование на уровень сахара в крови. Признаки обычно жалуются на сухость во рту и жажда. Вот такими признаками вот. Ну, можно пройти, наверное, в поликлиниках медосмотры или там диспансеризация по возрасту можно по диспансеризации пройти, определить. Информационный центр туризма Тувы объявляет прием заявок на участие в 3-м открытом фестивале-конкурсе ледовых скульптур «Ледовая сказка» в Центре Азии, который пройдет с 5 по 10 декабря. Цель фестиваля-конкурса – популяризация искусства ледовой скульптуры, стимулирование и поддержка мастеров, работающих в данной отрасли, привлечение внимания широкой общественности к ледовому скульптурному искусству, поддержка начинающих скульпторов, приобщение жителей республики к достижениям современной культуры и формирование бренда города Кызыла как города уникальных арт-технологий, а также преображение скульптурного комплекса Центра Азии в сказочную атмосферу Нового года. Московский центр культуры Тыва принимает участие в 3-м фестивале Русского географического общества. Фестиваль посетил ветеран тувинского землячества в Москве Чимидаржу Андар. В рамках фестиваля прошли выставки, связанные с традиционной культурой тувинцев. Также состоялась лекция и показ фильма «По следам золота скифов». Кроме того, руководитель школьного мемориального музея Нади Рушевой Наталья Усенко прочитала лекцию «История трех Н» о творчестве, о родителях юной художницы Нади, Натальи и Николая Рушевых, об их периоде жизни в Туве. Музей кочевой культуры в Москве в фестивальной зоне представил традиционное жилище оленеводов Чум. Он оснащен подлинными предметами быта тотженцев. Талантливые дети из Тувы примут участие в тысячном хоре на новогодней елке в Кремле. Творческий успех детей из Тувы отмечен в Международном детском центре «Артех», где был организован конкурс для солистов детского хора России. Тувинский хор школьников занял одно из ведущих мест. Всего из 500 человек из 65 регионов было отобрано 19 детей, 10 из которых – учащиеся нашей республики. Теперь детей из Тувы ждет новогодняя елка в Кремле, где будет создан тысячный хор из одаренных детей со всех регионов Российской Федерации. Спонсор выпуска прогноза погоды – «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. В ближайшие сутки по республике местами ожидается небольшой и умеренный снег. На дорогах гололедица. В Кызыле облачная погода, ночью небольшой снег, днем без осадков. Ночью минус 10, минус 12 градусов, днем минус 4, минус 6. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Ороданне погода пасмурная, мелкий снег. Температура воздуха утром минус 15 градусов, днем минус 6. На Полке пасмурно, снег. Температура минус 8 градусов, днем минус 4. В Танзыбее пасмурно, мелкий снег. Температура утром минус 9 градусов, днем минус 5. По всей трассе проезд удовлетворительный. По сообщениям Управления дорогами Енисея, в ближайшие сутки на территории Красноярского края и Республики Тыва сохранятся неблагоприятные погодные условия. Прогнозируются осадки в виде сильного снега, усиление северо-западного ветра до 17 метров в секунду. Гололедно-изморозевые отложения на проводах и деревьях, на дорогах гололедица.